Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на сегодняшнем вебинаре. Сегодня я попробую рассказать вам про артериальное давление. Вообще, что это такое, чем оно образуется, что такое верхнее, что такое нижнее, из-за чего, от чего они зависят и что это такое. Да? Вот. И разберем всевозможные отклонения давления, да, то есть высокое, низкое, почему это бывает, что на это влияет, что вызывает изменение давления или повышение, или понижение. Вот. Ну и, естественно, рассмотрим такую важную тему, как самостоятельная коррекция повышенного или пониженного давления. Ну, как обычно, организационные моменты, что задержка трансляции будет до 30 секунд, запись будет только для подписчиков, ну и, конечно же, буду отвечать на вопросы, на что могу, на что знаю, да, общая продолжительность вебинара где-то 1,5-2 часа. Ну и, как обычно, давайте познакомимся. Для тех, кто, может быть, первый раз сегодня с нами, я немножко расскажу о себе. Вот, а вы пару слов напишите о себе и чем вас интересует тема вот этого сегодняшнего нашего вебинара. Меня зовут Божьев Евгений Николаевич. Я по образованию военный врач. Первое образование – невролог. Второе образование – мануальный терапевт. В 1984 году закончил военно-медицинскую академию, факультет подготовки врачей для авиации и космонавтики в Ленинграде. Вот. Ну, много дополнительных специализаций. Вот. И практически сразу же после окончания академии я столкнулся с ситуацией, когда я увидел, что наша медицина на самом деле никак не нацелена на то, чтобы делать людей здоровыми. Вот. И я начал, поэтому начал интересоваться вопросами здоровья. Вот. И вот уже 30, почти 39 лет скоро будет уже, как я занимаюсь этими вопросами, вопросами здоровья. Естественно, опыт уже на эту тему приобрел огромный, и этот опыт не таю, а стараюсь ознакомливать людей с моими знаниями, с тем, что я наработал, с моими наработками. Вот, уже вышло где-то порядка 1,5 десятков книг на всевозможные темы здоровья. Вот. Самая как бы основная книга, в которой практически все основное, основа всего, всех моих знаний есть, называется «Книга жизни» для тех, кто отчаялся найти врачей, которые могут вылечить. Вот, вот об этом, собственно говоря, и все темы. Вот. Соответственно, и в Ютубе тоже 4 канала выкладывают мои видеоролики, мою информацию в виде текстов по поводу того, как быть здоровым, от чего зависит здоровье, как избавляться самостоятельно, без лекарств и врачей от каких-то заболеваний. Вот. А почему это важно? Потому что, я говорю, столкнулся с тем, что на самом деле не учат врачей лечить, и они, как правило, этого делать не умеют. Ну, большинство, во всяком случае. Вот. А поэтому система, которая обучает врачей, она не заинтересована в том, чтобы люди были здоровыми. Вот. А поэтому лекарства, которые, что называется, бьют по хвостам, убирают симптоматику, но не убирают причину. Вот. А я стараюсь в своей информации давать, объяснять людям, откуда, в чем причина того или иного заболевания. И, соответственно, если понимаешь причину, то уже начинаешь понимать, как убрать эту причину. Да? Вот это и нужно делать. Вот. И именно с этих позиций я и подхожу. Поэтому все, что я даю в первую очередь, почему, объясняю, почему вот это, а потом объясняю, соответственно, как это все самостоятельно убирать. Без лекарств. Вот. Вот таким образом работаю. И еще помимо того, что есть 4 канала на Ютубе, как я уже говорил, это канал «Исцеляйся сам», канал «Тайны гармонии», канал «Здоровые люди», канал «Здоровый ребенок». Вот помимо этого, еще в интернете работает в онлайн-режиме «Школа здоровья Евгения Божьего». Да? Вот, где тоже все эти материалы выкладываются, но не просто выкладываются, а еще и систематизируются. Вот, немножко попозже я об этом расскажу, о наших предложениях в школе здоровья. Вот, вот то, что у нас есть. И помимо этого существует еще
два очных центра здоровья Евгения Божьего. Один в Анапе, другой в Москве. Значит, куда можете попасть в очном режиме? Вот в Москве, значит, сейчас я как раз вот нахожусь в Москве. Завтра еще буду работать в Москве, крайний день. И потом в Москве буду с 8 по 24 июня и с 9 по 20 июля. Вот. Запись в Москве по телефону 7 мая и до 24 мая я буду в Анапе. Можно, кому ближе туда, может приехать туда. В Анапе запись по телефону 8-988-351-45-54. Вот. После Анапы я поеду в Северную Осетию, в город Моздок. Из 25 по 31 мая буду в Моздоке. Если кому-то там нужно записаться, то запись по телефону 8-928-864-65-82. А после Моздока я буду со 2 по 6 июня уже буду проездом в Сочи 4 дня. Пожалуйста, то есть там можно тоже записаться. Там запись по телефону, кто хочет в Сочи, запись по телефону 8-926-142-15-42. И потом вот с 8 по 20 июня буду в Москве. Потом с 25 июня по 30 июня буду в Санкт-Петербурге. Вот буду там вести прием. Кому нужно записаться в Санкт-Петербурге, запись по телефону 8-995-624-98-54. И после этого там же у нас в Санкт-Петербурге на «Белые ночи» будет тур, обучающий оздоровительный тур. Мы уже давно в нем говорим. Он будет проходить с 1 по 5 июля в Санкт-Петербурге. Там будут проводиться восстановительные сеансы, там будут читать лекции, семинары, групповая зарядка будет проводиться, будут курсы по растяжкам, по висцеральному самомассажу, по мануальному тестированию, беседы о здоровье и, конечно, тоже в стоимость входит проживание в гостинице. Запись на этот обучающий оздоровительный тур по телефону 8-926-142-15-42. Вот. Ну и потом после этого тура уже с 9 по 20 июля я опять буду в Москве, а вторую половину июля опять в Анапе. На всякий случай напоминаю телефон для записи в Анапе 8-988-351-45-54. Вот, дорогие друзья, какие планы у меня на ближайшие 3 месяца. Вот, поэтому, если у кого-то какие-то проблемы, которые нужно решить именно очно, пожалуйста, приходите, пока такая возможность есть. Вот, дорогие друзья. Ну, давайте теперь перейдем непосредственно к теме нашего сегодняшнего вебинара. Вот, давайте начнем с того, что вы знаете, что артериальное давление бывает верхним, бывает нижним. Да? И начну с того, что я вам скажу, что такое. Ну, мы знаем, что цифры есть, например, 120-80. Да? Давление 120-80. 120 – это верхнее, 80 – это нижнее. Да? От чего это верхнее и нижнее зависит? А элементарно просто, на самом деле. Ведь как у нас гоняется кровь? Ну, считается, что она движется сердцем, да? Ну, и на самом деле первый толчок крови дается сердцем. То есть сердце сжимается, так называемая систола, да, сжатие сердечной мышцы. Кровь выбрасывается из сердца и течет по аорте, да? Вот. Потом она разделяется по другим сосудам, по артериям. Вот, и таким образом вот создается. Соответственно, есть сердце сжимается. Вот, считается, что одна четверть времени, которое уходит на сердечную систолу, это именно систола, то есть одна четвертая всего времени на работы сердца. То есть одна четвертая сжалась сердце, выбросила из себя кровь,
Вот. И потом три четверти оно расслабилось и три четверти отдыхает. Вот. Соответственно, верхнее давление, это вот систолическое называется, то есть давление, которое вызывается напряжением мышцы сердца, да, насколько сильно мышца сердца может сжаться. Вот этим определяется верхнее давление, 120. Вот. А потом, когда сердце расширяется, расслабляется, да, оно отдыхает 3 четверти секунды, соответственно, дальше идет вот это вот, когда уже выброс закончился, давление нижнее определяется именно тонусом стенок сосудов. То есть, получается, верхнее давление определяется силой сокращения миокарда сердечной мышцы, а нижнее давление – это показатель тонуса сосудов. Вот что такое верхнее и нижнее давление. И сейчас мы поподробнее с вами об этом поговорим. Соответственно, как это все определяется и чем определяется. От чего зависит давление? На самом деле всего два фактора. Первый фактор. Что смысл циркуляции крови? Мы говорим, что давление определяется сердцем и сосудами. Да? То есть верхнее давление определяется силой сокращения сердечной мышцы, нижнее – тонусом сосудов. Для чего вообще существует сердце и сосуды? Они существуют для циркуляции крови. Для чего нужна кровь? Кровь нужна для того, чтобы приносить в ткани, в клеточки нашего тела, питательные вещества и, главное, кислород. Вот. То есть сама кровь – это субстанция, которая циркулирует по нашему телу, доходит до каждой клеточки и приносит в каждую клеточку кислород и питательные вещества, которые мы получаем из пищи. То есть строительный материал для этих клеток. Вот что такое кровь, вот для чего она нужна. Да? Соответственно, почему, то есть чем вообще определяется наше давление? То есть оно определяется тем, чтобы было достаточное поступление крови в наши ткани. А от чего зависит достаточность поступления? И вот тут есть несколько моментов. Первое, как мы уже говорили, верхнее давление – это сила сокращения сердечной мышцы. То есть, допустим, нашему телу для того, чтобы правильно, нормально, полноценно питаться, необходимо получать там, ну, условно какую-то, возьму, я не знаю, единицу, там, 10 литров за минуту сердце должно прогонять, допустим. Да? То есть нашему телу требуется 10 литров крови в минуту, чтобы проходило через наши клетки все, допустим. Да? Вот. Значит, чем эти 10 литров должны определяться? Первое. Они определяются силой сокращения миокарда. Да? Ведь чем сильнее сокращение, тем больше объем крови за одно сокращение сердечной мышцы может выйти в круг циркуляции. Да? Вот, согласны? Второе – это частота сокращения. Да? Вот, соответственно, для того, чтобы 10 литров крови за минуту, например, дошло до наших клеток, нужно, что если, например, одно сокращение, например, вызывает 100 миллилитров выброс, да, значит, соответственно, для того, чтобы за минуту поступило в ткани 100 раз по 100, то есть 10 литров, да, нужно, чтобы сердце 100 раз успела сократиться, да, то есть поэтому объем крови именно и определяет частоту сердечных сокращений и определяет силу сердечного сокращения. Но мышца, она и в Африке мышца, да, и сердечная мышца то же самое, она тоже может быть сильной, может быть слабой. Соответственно, если мышца сильная, она может большее количество крови выбрасывать, да? То есть, соответственно, количество сокращений, то есть частота пульса будет меньше. И на самом деле, это чисто теорию я вам рассказываю, но и на практике мы видим, что у спортсменов, которые занимаются активными видами спорта, да, у них у всех, как правило, брадикардия, то есть низкая частота пульса. Почему? Потому что у них сильная
мышца сердца, и она за один выброс выбрасывает, например, не 100 мл, а 200 мл. Да? И тогда, соответственно, частота пульса будет уже не 100, а 50, то есть в два раза меньше. Вот от чего зависит частота сокращения и от чего зависит давление. А вот дальше вот, есть несколько нюансов, от чего зависит давление. От потребностей организма. У нас есть органы, которые потребляют кислорода больше, и есть органы, которые потребляют кислорода меньше. Ну, мы, например, знаем, что если... там происходит какое-то кровоизлияние где-то там, например, порезан сосуд там на руке где-нибудь, да, вот, и течет кровь из него, вот, то накладывают, помните, что накладывают? Правильно, перевязывают, передавливают выше, артерию выше, для того, чтобы остановить, передавить сосуд и не дать крови истекать в больших количествах. Так ведь? Вот. Соответственно, делают это, разрешается это делать на 2 часа. Да? То есть в течение 2 часов артерия может быть пережата. Почему не больше? А потому что если больше времени будет пережата артерия, то ткани ниже этого передавливания, которые не получают кислород, начнут умирать. Но это только через 2 часа. Представляете себе? А кислород, если вы нарушаете приток крови, взяли, передавили шею, кислород перестает поступать в головной мозг, и вот головной мозг умирает уже через 5-6 минут. Там 2 часа все ткани, да, а здесь 5-6 минут. Представляете себе? Нормально это? Вот. Вот поэтому есть органы, которые требует очень хорошего кровоснабжения, а есть органы, которым, ну, достаточно там как-то немножко поменьше. Так вот, у нас существует три основных органа, которые снижать кровоснабжение, которых нельзя. Это головной мозг, это сердце и это почки. Головной мозг потребляет четвертую часть всего кислорода. То есть, представляете, вот весит, например, человек там 80 килограмм, да, вот. А головной мозг весит меньше 2 килограмм, где-то в среднем 1,8 кг примерно вес человеческого мозга. Вот. Соответственно, представляете себе, вот это 1,8 кг меньше 2 килограммов потребляет 25% всего кислорода, который потребляет все остальное тело. Прям тело 80, а здесь меньше 2. И это меньше 2 требует не меньше 25% кислорода. Вот необходимое потребление крови головным мозгом. Поэтому, естественно, если нарушается приток крови головному мозгу, то организм как-то пытается это компенсировать, потому что он, в отличие от врачей, знает, что снижать кровоснабжение головного мозга нельзя, потому что ему требуется, головному мозгу требуется кислород. Соответственно, что делается? Соответственно, повышается давление. Для чего оно повышается? А для того, чтобы за единицу времени через сосуд меньшего диаметра проходило больше крови. Так ведь? То есть почему снижается, почему вообще повышается давление? Потому что сужаются сосуды. То есть причиной повышения артериального давления всегда является сужение сосудов. Вот. Но только есть два варианта. Это сосуды, которые кровоснабжают головной мозг, и вторым органом, сужение сосудов, которое тоже может вызывать повышение артериального давления, являются почки. Мы говорили, головной мозг, сердце и почки. Вот. При нарушении кровоснабжения сердца просто происходит инфаркт. Ну, сначала стенокардия, да, то есть приступ болевой, а потом, если ее вовремя не убирать, то происходит инфаркт миокарда. Вот. А при недостатке притока, при острой недостатке притока крови к головному мозгу будет инсульт. Вот как это все, чем это все определяется и к чему это приводит. Так вот, соответственно, нам нужно, чтобы в головной мозг притекало определенное количество крови. Если раньше, пока сосуд был полноценный, нормальный, да, через вот такой диаметр приходило там определенное количество крови за единицу времени.
Когда сосуды сжимаются, а сжимаются они вот этими мышцами, мышцами шеи, потому что кровоснабжение, артерии, которые кровоснабжают головной мозг, проходят через шею. Соответственно, когда эти артерии сжимаются, вот, они сжимают, то есть мышцы сжимаются и передавливают артерии. Артерии становятся, уменьшается их просвет, уменьшается их диаметр. Дальше физика элементарно. Что нужно сделать, чтобы через сосуд меньшего диаметра проходило, прокачивалось столько же крови, как раньше через сосуд большего диаметра? Нужно поднять давление в системе. Тогда количество крови, которое доходит к крови, к головному мозгу, будет повышено. Организм это и делает. Поэтому повышение артериального давления – это не болезнь, как раньше нам говорили. Это компенсаторная реакция организма на напряжение мышц шеи, на сдавление сосудов в области шеи. Вот в чем смысл, понимаете? Вот. И если вы, как учат наших врачей, всех вообще, да, во всем мире, вот, у вас повышенное давление, значит, неизвестно, откуда оно повышено. Почему? Потому что артериальная гипертензия, как сейчас называют, раньше называлась гипертоническая болезнь, сейчас артериальная гипертензия. Вот. Ее классификация, которую рассказывают врачам, она состоит из двух пунктов. Первый пункт – эссенциальная гипертоническая болезнь – 95%. Вот. И симптоматическая гипертоническая болезнь – 5%. Ну, симптоматическая, понятно, это когда повышение давления является симптомом какого-то другого заболевания. Понятно. А вот эссенциальная в переводе с латинского называется неизвестно откуда взявшаяся. То есть врачам так и говорят, мы не знаем, откуда оно берется, почему оно повышается. Вот, вот поэтому вот вы давайте, значит, что делать? Не причину убираете повышение, ну, раз причина неизвестна, как вы ее будете убирать? Неизвестно. Значит, раз она неизвестна, значит, мы симптоматически лечим. Что делать? Давление повысилось, значит, мы его понижаем. Но, друзья мои, ведь физиологами все давным-давно изучено. И они еще в середине прошлого века в своих работах объяснили причины повышения артериального давления. И то, что я вам сейчас рассказываю, что является причиной сужения сосудов за счет сдавления напряженными мышцами в области шеи, это как раз основная причина там, процентов 80-90 всех артериальных гипертензий. Вот в чем хитрость-то. Но врачам об этом никто не рассказывает. Они об этом не знают. А раз они не знают, что они делают, они начинают вот эту компенсацию убирать. Потому что раз повышенное давление, это же плохо. Это же как, давайте вот мы вам назначим гипотензивные средства и снимем, понизим ваше давление. И все врачи во всем мире, не только в нашей стране, во всем мире, чем занимаются? Снижением, убиранием вот этой компенсации, снижением артериального давления. Подбирают таблеточки, которые снижают артериальное давление. Вот в чем хитрость. То есть снижается любое понижение давления с помощью препаратов. Это не лечение, это декомпенсация. То есть когда компенсаторную реакцию убирают, и производят декомпенсацию. А если не хватает притока крови к головному мозгу, организм пытается компенсировать за счет повышения давления, а вы пытаетесь сделать декомпенсацию за счет обрезания этого возможности повышения давления, значит, что будет? Будет декомпенсация. То есть будет недостаточность притока крови к головному мозгу, то есть острая недостаточность мозгового кровообращения. Другими словами, инсульт. Вот как все делается. Это медицинская система. Больше того, все еще гораздо хуже. Почему? А потому что, какими лекарствами вообще и каким образом понижается давление? Все лекарства, которые понижают артериальное давление, они действуют одним единственным способом. Они ослабляют сердечное сокращение. Почему? А потому что мы уже говорили, что давление есть верхнее, есть нижнее. Да? Верхнее давление – это сила сокращения миокарда, сердечной мышцы. Вот. И, соответственно, снижение верхнего давления осуществляется за счет ослабления вот этого сокращения сердечной мышцы. То есть все гипотензивные препараты работают так, что они снижают давление за счет ослабления миокарда. И поскольку эти гипотензивные препараты вам приходится принимать несколько раз в сутки, вот, и если вы сидите хотя бы несколько лет на приеме этих гипотензивных препаратов,
то естественно, что года через три уже ваше сердце, а сердечная мышца превратится в тряпочку, она будет слабеньким, будет так называемая миокардиодистрофия, и оно уже не сможет повышать давление. А что будет, если сердце не может повышать давление, а происходит недостаточность притока крови к головному мозгу? Правильно, будет низкое давление. И вот многие люди часто спрашивают, ну вот понятно, вы объясняете, чем, из-за чего, то есть чем вызывается повышенное артериальное давление. Да, да, повышенное артериальное давление возникает из-за напряжения мышц шеи. Да. А из-за чего возникает пониженное артериальное давление? Так вот, пониженное давление, самое смешное, возникает тоже из-за напряжения мышц шеи. Только разница. Когда давление повышается, это говорит о том, что организм может, у организма есть сила, есть возможность компенсировать это нарушение притока крови к головному мозгу. А когда давление низкое, оно низкое по той причине, что организм не может компенсировать вот это, вот этот самый нарушенный приток крови к головному мозгу. И так оно часто и бывает. Сначала давление может повышаться, а потом, когда человек садится на прием вот этих препаратов, которые снижают давление за счет ослабления мышцы сердца, да, через какое-то время, через несколько лет у него сердце уже тряпочка, уже никуда, и давление падает. И оно уже не повышается, оно, наоборот, низкое. И не потому, что нет необходимости его повышать, а потому что сердце слабенькое и не может компенсировать недостаточность притока крови к головному мозгу. И вот это уже реальная угроза инсульта. Вот. И опять-таки за счет того, что плохо кровоснабжается, как и любая мышца, которая хорошо работает, она усилена кровоснабжение. Если мышца плохо работает, она ослаблена кровоснабжение. Точно так же и все происходит и с сердцем тоже. Если сердечная мышца слабенькая, работает плохо, то и кровоснабжение его тоже будет уменьшено. Соответственно, это вот подобная ситуация, это два пути: инфаркт и инсульт. И если мы посмотрим сейчас на то, что происходит с нашими пациентами, с больными, да, основная масса больных у нас какие? Правильно, с инфарктами и инсультами. И инфаркты, и инсульты выходят уже на первое место по причине смертности. Почему? А потому что врачи учат так лечить. Вот. То есть вместо того, чтобы улучшить приток крови к головному мозгу, мы, наоборот, его ослабляем, делаем еще хуже. Эта система вот так у нас учат врачи. И не врачи в этом виноваты, а система, которая их обучает. Вот. Соответственно, вот почему повышается давление, вот почему понижается давление. И есть еще нюансы какие. То есть поскольку мы говорили, что есть верхнее и есть нижнее давление, да, верхнее зависит от силы сокращения сердечной мышцы. То есть если мышца сердечная сильная, то верхнее может быть высоким. Вот, а если мышца слабая, то высокого верхнего никогда не будет. А нижнее давление – это тонус сосудов. Соответственно, если вы там понервничали, например, да, когда мы нервничаем, мы говорили, что усиливается парасимпатическая иннервация, которая сужает сосуды. Когда мы нервничаем, сосуды у нас спазмируются. Да? Соответственно, раз сосуды спазмируются, уменьшается объем кровеносного русла, значит, давление нижнее повышается. Да? А когда мы, наоборот, расслаблены, нам хорошо, или когда в баньку сходили, нижнее давление падает. Почему? Потому что сосуды расширяются, вот, кожа краснеет, мы становимся расслабленными, и все, и нижнее давление понижается. Кроме того, есть еще такая вещь, как физическая нагрузка. Да? Вот. И тоже есть реакция нашего тела и давление в том числе на физическую нагрузку. Если вы начинаете проявлять какую-то физическую активность, делать какие-то физические упражнения, то верхнее давление всегда повышается. Почему? А потому что требуется более сильная работа нашего сердца для того, чтобы больше приходило крови к работающим мышцам. Мы уже говорили, то есть сердце кровоснабжает все мышцы. Да?
ну, всех тканей, но в том числе и мышцы. Если мышцы начинают работать усиленно, то есть больше активность физическая, соответственно, и кровоснабжение мышц должно быть усилено. И это делается как раз именно за счет усиления сердечного сокращения, то есть повышения верхнего давления. А нижнее давление, наоборот, падает. Почему? А потому что нужно, чтобы больше крови притекало к нашим мышцам. И, соответственно, нижнее давление, то есть тонус сосудов, это как бы сопротивление току крови. Поэтому сосуды расширяются для того, чтобы кровь лучше доходила до мышц работающих. Поэтому при мышечной активности, при повышении мышечной активности, верхнее давление всегда повышается, а нижнее давление всегда понижается. Вот как это вот устроен механизм. Это понятно все, да? Вот. Ну и давайте перед тем, как мы перейдем уже непосредственно к вопросу о том, как самому на это все влиять, я попробую ответить на какие-то вопросы, которые там у нас были, может быть. Юля спрашивает, очень важно ваше мнение, никак не могу понять, почему врачи говорят о том, что с проблемой предстательной железы лучше выпивать крепкого типа водки, а не вина. На самом деле ни то, ни другое к простате отношения не имеет. Нужно делать растяжку подвздошно-поясничной мышцы, то есть промежности. Все проблемы с простатой возникают из-за напряжения мышц промежности. Вот и все. Про почки я чуть-чуть позже сейчас расскажу. Да, спасибо, что напомнили. Подскажите, пожалуйста, можно ли пальцы проколоть, чтобы капала кровь при высоком давлении? Так советуют китайские целители. Это помогает для снижения давления. Ну, я сейчас буду рассказывать. В принципе, да, помогает. Можно это сделать, но это не лучший способ. Я вот только что сказал, почему большая разница между верхним и нижним давлением. Потому что при физической активности верхнее повышается, а нижнее понижается. Да, если ногти на ногах начинают ходить основы, это грибок. Как вы относитесь к плазмотерапии позвоночника? Я считаю, что плазмотерапия вообще достаточно натянутый, надуманный метод. Это в большей степени бизнес, нежели лечение. После сна давление 150-95, после прогулки активности в квартире давление в течение часа падает до 110. Как вы это объясните? Я сейчас буду об этом говорить, ладно? Давайте. Вот давайте я здесь немножко, вот, чтобы потом не забыть, опять про почки расскажу. Вот 80-90% причин, мы говорили, повышения артериального давления является напряжение мышц шеи. Но вот остальные 10-20% причинами является кровоснабжение почек. Почему? Потому что, я говорю, у нас три основных жизненно важных органа. Головной мозг, сердце и почки. Вот. И если нарушается кровоснабжение почек, то что фильтрация крови происходит в почках. Вот. Освобождение от всех токсинов и так далее, и так далее. Вот. Поэтому если сужаются сосуды, кровоснабжающие почки, то есть либо почка опускается, натягивает сосуд, либо там передавливает еще что-то, артерию, которая кровоснабжает почки. И вот тогда возникает повышение давления тоже. Вот. И есть здесь один нюанс. Если давление повышается меньше 200, да, там, например, до 190, до 195, то причиной является шея. Напряжение мышц шеи, надо их расслаблять. А если причине давления 200 и выше, то это всегда в 100% случаев причиной является нарушение кровоснабжения почек, то есть передавливание артерии почек. И вот тогда, если давление 200 и выше, обязательно надо проработать почки. То есть надо обратиться к висцеральщику, к висцеральному терапевту, вот, и чтобы он расслабил ваши почки. Это обязательно надо сделать. Вот. Вот такой нюанс есть. Вот поэтому именно при почках, вот, почки дают именно вот такое давление очень высокое. Как избавиться от высокого сердцебиения?
давление падает, а сердце очень сильно бьется. Давление, потому это и есть как раз вот та самая декомпенсация. Сердце сильно бьется, почему? Потому что учащается сердцебиение, потому что не может сердце сжаться сильно. Оно не по 200 мл выбрасывает, не по 100, а всего по 50. Естественно, для того, чтобы не умерло тело, вот организм знает, что ему нужно, да? Вот, он учащает сердечный ритм, то есть пульс. Вот. Для того, чтобы все-таки сохранить общий объем выбрасываемой крови в достаточном количестве. Вот от чего это все и зависит. Как же есть люди гипертоники всю жизнь, пьют гипотензивные средства все сильнее и сильнее. Если у человека хорошее сердце, дай бог, он будет именно так и жить. Но подавляющее большинство людей через несколько лет, да, можно сидеть на гипотензивных средствах годами, кто спорит, конечно. Вот, но вы можете посмотреть лет через несколько, там 3-5 лет, и проверьте силу сокращения вашего миокарда, и вы увидите, что оно у вас уже дохлое. К сожалению, это так. Если при высоком верхнем, нижнее очень низкое, это проблема уже с сердцем, не знаю, это как раз вот это бывает при повышенном физической активности. Почему болит голова при повышенном давлении? Потому что повышается давление из-за недостатка притока крови к головному мозгу. Соответственно, там тоже есть болевые рецепторы, которые при напряжении, то есть напрягаются, почему повышается? Напрягаются мышцы, они натягивают. И оболочки тоже, и голова, появляется боль. Или застой венозной крови в полости черепа вот, тоже приводит к этому же. Поэтому это так вот все. А тахикардию как лечить? Еще раз объясняю. Почему появляется тахикардия? Тахикардия появляется, потому что слабенькое мышечное сокращение. Потому что недостаточно за одно сокращение сердечная мышца недостаточно выбрасывает из себя крови. Соответственно, для того, чтобы она выбрасывала достаточно, требуется учащение сердцебиения. То есть тахикардия. Понятно? Поэтому убирается тахикардия, лечится путем тренировки сердечной мышцы. Добрый день. Что делать, если разница между верхним и нижним давлением, показателями давления всего 20 единиц? Ну вот сейчас мы как раз к этому и перейдем. Я уже сказал, что причина этого, как правило, в повышении нижнего и понижении верхнего. Вот, а чем определяется, от чего это зависит, тоже сказал. А как корректировать, сейчас мы к этому перейдем. Ишемическая болезнь сердца может быть причиной высокого давления? Нет. Ишемическая болезнь сердца – это недостаточное кровоснабжение сердца. Вот, соответственно, слишком сильно мышца, которая недостаточно притока крови, не может работать. Она может, наоборот, слабее работать. Поэтому причиной понижения давления ишемической болезни сердца может быть. А причиной высокого давления нет. А вот высокое давление стать причиной ИБС может, да. Почему? Потому что требуется, для того, чтобы создать высокое давление, требуется повышенная нагрузка на сердечную мышцу. Соответственно, если недостаточный приток крови, а нагрузка больше, это и вызывает ишемическую болезнь сердца. Так оно все и есть. А может ли при повышенной температуре насморк и АД немного быть повышенным? Конечно, может. Конечно, может. Расскажите, почему случается, что верхнее давление повышается и нижнее понижается одновременно? Ну, я же уже сказал, это как раз физическая активность, как правило, так. Как понизить нижнее давление? Сейчас все будем об этом говорить. А меня интересует, как все-таки бороться с повышенным давлением? Что делать для снижения давления, кроме таблеток? А таблетками вы с давлением не боретесь. Таблетками вы проводите декомпенсацию. А бороться с давлением, вот в моем понимании,
это убирать причину. А причиной является давление, причиной повышения давления до 200, меньше 200. Причиной является напряжение мышц шеи. Соответственно, надо делать растяжки, расслабления для мышц шеи. А причиной повышения давления выше 200 уже являются кровоснабжение почки. То есть нужно обратиться к висеральщику, расслабить свои почки. Вот как убирается причина повышения артериального давления. Почему после ковида появилась недостаточность митрального клапана? Не знаю. Вполне возможно, что это связано с нарушением кровоснабжения сердца, потому что ковид, как раз основное действие на ковида, это как раз нарушение кровоснабжения. Давление прыгает верхнее до 200, нижнее до 115, падает через час и без таблеток. Что делать? Я говорю, если до 200, поработать с почками. Пульс 34, верхнее 233, даже 260 и 270, нижнее 58, 65. Как повысить пульс? Я не знаю, здесь надо смотреть, но в любом случае, раз такое высокое верхнее, это почки, 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 еще раз почки. Обратите внимание на них. Обратитесь к висеральщику и поработайте со своими почками. Артериальное давление влияет ли на глазное давление? Нет, не влияет. Может ли пониженное давление спровоцировать поверхностный варикоз? Нет. Причиной варикоза всегда является забитость икроножных мышц. Надо делать статические растяжки для икроножных мышц. Если давление увеличивается только во время стресса, нужно ли его снижать или на нервную систему действовать? Во время стресса давление повышается именно потому, что спазмируются сосуды. Поэтому одним из способов вот такого, в такой ситуации снижения давления является дыхание в пакетик. То есть взяли полиэтиленовый пакетик, надели, сделали вдох, надели его на рот и нос и выдох в пакетик сделали. Вот. И дальше дышите, не снимая пакетик, в пакеты из пакета до тех пор, пока вам хватит вообще кислорода, чтобы там дышать. Как вот все уже нечем дышать, сняли пакетик, отдышались и еще 2-3 раза повторили. Вот таким образом снижается давление от стресса. Есть ли разница между давлениями более 60 единиц, например, 128 и 58? Я же сказал об этом. Это, в общем-то, чем больше разница между верхним и нижним давлением, тем лучше. У меня рабочее давление 100 на 60, имеется поверхностный варикоз ног. Ну, варикоз, я уже сказал, да, убирается икроножные мышцы, растяжки, расслабление икроножных мышц. Как избавиться от высокого сердцебиения? Напишите, пожалуйста. Бывает, давление падает, а сердце сильно очень бьется. Что делать? Сердце потому и бьется, что давление падает. Давление падает, потому что слабое сокращение сердечной мышцы. Поэтому и повышение частоты сокращения сердцебиения – это и есть как раз компенсация. У меня давление 100 на 80 или 90 на 70. Как исправить маленький разрыв? Нужно как раз вот то, о чем я говорил по поводу дыхания в пакетик, нужно расслабить сосудистые стенки. Это проблема сосудистые. Ну ладно. Хорошо, друзья мои, переходим дальше. Вроде на все вопросы ответили. Как самостоятельно скорректировать давление? Ну, на самом деле, я уже сказал, что верхнее давление зависит от силы сокращения сердечной мышцы. Соответственно, чтобы усилить, поднять, увеличить верхнее давление, нужно восстановить силу сердечного сокращения. Вот как это делается. Вот. То есть тренировка, обычно обыкновенная тренировка, то, как вот любую мышцу, например, хотите, вам нужно, можете вы поднять там всего 2 килограмма, а нужно поднять 20, например. Да? Вы что берете? Берете гантельку и начинаете тренировать свою мышцу. То же самое и здесь. Сердечная мышца тренируется при любой физической нагрузке.
Чем больше вы даете физическую нагрузку, тем, соответственно, больше тренируется сердечная мышца. Единственное, что только, да, обращаюсь к тем, у кого она слабенькая. Нельзя начинать сразу с больших нагрузок. То есть нагрузка всегда должна быть без перегрузки. Вот. Поэтому, если у вас слабая сердечная мышца, вы можете ее начинать усиливать, но только постепенно. Постепенно увеличивая нагрузку, ежедневную нагрузку. И тогда вы как бы натренируете свою сердечную мышцу, и она сможет уже выбрасывать, то есть достаточно сильно сокращаться и выбрасывать достаточно большой объем крови за одно сокращение. Вот каким образом вы можете повысить свое артериальное давление. А понизить его, соответственно, верхнее давление, каким образом убрать причину его избыточного повышения. Причина избыточного повышения, как мы уже сказали, является напряжение мышц шеи и напряжение почечной артерии, передавливание почечной артерии. Вот, соответственно, эти две причины надо убрать. Почечная артерия восстанавливается расслаблением почки с помощью висцерального массажа. Нужно, чтобы висцеральщик залез туда в живот и расслабил почку. Вот. Самостоятельно, если вы не владеете висцеральной терапией, то лучше самому туда не лезть. Лучше, чтобы это сделал специалист. Вот. А повышенное до 200 давление убирается с помощью статических растяжек на боковые и задние мышцы шеи. Только делать надо эти растяжки не один раз в месяц, а где-то раз 10 в день. Тогда реально вы за 1,5-2 месяца свое давление опустите, то есть уберете причину повышения своего артериального давления. Вот как это все делается, и достаточно несложно делается. Да? Вот. Что еще можно делать? Есть нижнее давление. Нижнее давление, как мы уже говорили, определяется тонусом сосудов. Чем определяется тонус сосудов? Тонус сосудов определяется воздействием двух отделов вегетативной нервной системы. Почему даже есть такой диагноз — вегетативно-сосудистая дистония? Потому что тонус сосудов определяется и управляется вегетативной нервной системой. Вегетативная нервная система состоит из двух отделов: симпатическая система и парасимпатическая система. Соответственно, симпатическая система расширяет сосуды, а парасимпатическая сужает сосуды. Соответственно, если вы хотите, чтобы когда сосуд сужается, значит, нижнее давление повышается. Когда сосуд расширяется, нижнее давление понижается. Да? Один из способов понижения нижнего давления – дыхание в полиэтиленовый пакетик. Я уже сейчас рассказал. Вот. Есть еще способы. Какие? Для того, чтобы понять, что нужно и как это нужно, нужно просто понять, что симпатическая вегетативная нервная система, симпатический отдел, имеет аналог с энергией ян. Симпатическая – это ян, мужская энергия. А парасимпатический отдел вегетативной нервной системы имеет, аналогом имеет женскую энергию, энергию инь. Соответственно, когда вы активируете ян, вы расширяете сосуды. Когда вы активируете инь, наоборот, сужаются сосуды. Как активировать ян или инь? Ну, у меня есть это во многих роликах, я показываю. То есть передняя поверхность тела у нас связана с, ассоциирована с энергией инь, то есть той, которая сужает сосуды, и левая поверхность, левая часть тела тоже связана с энергией инь, которая сужает сосуды, то есть повышает нижнее давление. А задняя поверхность тела и правая сторона тела связано с энергией ян, той, которая расширяет сосуды. Поэтому вы можете воздействовать на энергетику. То есть, если вам нужно понизить давление, то есть расширить сосуды, вы можете активировать янскую энергию, да? То есть напрягать заднюю поверхность тела. А если вам нужно повысить нижнее давление, то вам нужно, наоборот, напрягать переднюю поверхность тела, то есть активировать иньскую энергию. Вот как совершенно несложно, достаточно просто, вы можете самостоятельно на это, на все воздействовать. Равно как
Если, поскольку мы говорили, что характеристикой ян мужской энергии, которая расширяет сосуды, является тепло, а характеристикой женской энергии, которая сужает сосуды, является холод, то понятно, что на холоде наши сосуды сужаются, и нижнее давление повышается. А в тепле, в бане, например, да, наши сосуды расширяются, и нижнее давление падает. Вот с помощью, соответственно, прогревания или охлаждения вы тоже можете регулировать высоту нижнего давления, которое определяется сосудистым тонусом. Вот так все совсем несложно. Вы, понимая, что откуда чего и берется, вы можете совершенно спокойненько регулировать верхнее, нижнее давление. Ну вот пример. Екатерина, 63 года, с возрастом стала страдать эссенциальной гипертонией. Давление выше нормы, головная боль, усталость постоянно. Врач выписывает таблетки, которые убирали все это лишнее время, потом начиналось сначала. Привыкла уже к тому, что ситуацию не исправить. И тут дочь рассказала мне про доктора Божьего, что она делает растяжки, что отзывы о нем положительные, и предложила мне тоже по его методикам лечиться. Отнеслась скептически, но так как считала, что в интернете ничего путевого нет. Но дочь уговорила меня и записала в школу. Результат после обучения. Я делала все, как говорит доктор в своих уроках. Всего за 3 дня мне стало намного лучше. Постепенно я даже отказалась от таблеток, за что очень благодарна доктору Божьему. На здоровье. Вот, дорогие друзья. Так что, если кто-то хочет научиться самостоятельно излечивать свои заболевания и жить здоровой жизнью, пожалуйста, приходите в нашу школу. Знаю, что делать, и сегодня для вас у меня специальное предложение. Приглашаю вас на курсы школы здоровья, которые изменят ваш подход к своему здоровью. Это курс «Здоровое сердце» плюс «Здоровые почки» и плюс «Гипертония» – специальный комплект курсов. Что включает в себя данное предложение? Курс «Здоровое сердце и сосуды» – 12 уроков, мини-курс «Здоровые почки» – 3 урока, мини-курс «Гипертония» – 8 уроков. Вся информация, которую вы получите, остается у вас навсегда. Ну, немножко расскажу поподробнее. Курс «Здоровое сердце и сосуды» включает в себя 12 уроков. Это отличный вариант для тех, кто хочет прожить как можно дольше, и тех, кому уже ставили диагнозы болезни сердца. Курс содержит 11 видеоуроков, которые помогут вам правильно помогать своему сердцу, снабжать организм жизненно важной жидкостью, прожить как можно дольше. Урок 1. Как устроено наше тело. 2. Работа сердца. 3. Значение сосудов. 4. Заболевание сердца. 5. Упражнение, растяжка мышц шеи. 6. Заболевание сосудов. 7. Упражнение для сосудов. 8. Инфаркт. 9. Инсульт. 10. Вебинар «Инсульт и инфаркт. Самостоятельные первые действия до и после». 11. Вебинар «Вся правда разжижения крови, закисления и ощелачивания организма». И 12. Урок – это мастер-класс «Висцеральный самомассаж». Мини-курс «Здоровые почки» включает в себя 3 урока. Как сохранить и поддерживать здоровье важного для благополучной жизни органа нашего тела. Какие уроки будут в курсе? Урок 1. Что такое почки? Как сохранять их здоровье? 2. Система кислотно-щелочного равновесия. И 3. Камни в почках. Курс гипертонии включает в себя 8 уроков. Этот мини-курс об истинных причинах повышенного давления, шума в ушах, головокружения, пульсации в голове. Вы получите очень простые и эффективные методы коррекции. Хватит сидеть на таблетках. У нашего организма колоссальные возможности самовосстановления. Надо просто ему не мешать. В курсе будут уроки. 1. Причины гипертонии. 2. Ошибки лечения и их последствия. 3. Гипертония, возникающая на фоне стресса. 4. Гипертония, возникающая из-за отложения холестериновых бляшек. 5. Гипертония, возникающая из-за передавливания сосудов. 6. Гипертония, возникающая из-за нарушения кровоснабжения почек. 7. Как отказаться от таблеток правильно. И 8. Ответы на вопросы по курсу. Стоимость этого комплекта
без скидки, здоровое сердце, здоровые почки, гипертония, 12, соответственно, уроков, 3, 8 уроков, всего 7260 рублей. Но, как и всегда, мы для участников сегодняшнего вебинара делаем скидку на 30% на данный комплект. Стоимость со скидкой 30% комплекта «Здоровое сердце» плюс «Здоровые почки» плюс «Гипертония» будет уже не 7260, а всего 5082 рубля. Чтобы сохранить скидку и специальные условия без полной выплаты прямо сейчас, вы можете внести частичную оплату 1000 рублей. Скидка сохранится за вами до полной оплаты. Теперь нажмите кнопочку под презентацией или перейдите по ссылке из чата. Вводите данные для создания заказа, и готово, заказ создан. Вы можете, помимо этого, оформить рассрочку без процентов на срок от 3 до 24 месяцев, либо через Тинькофф Банк, либо через платежную систему Мандарин, либо через брокера «Всегда да». Вносите первый платеж через месяц, а начинаете обучение уже прямо сегодня. И, конечно, как всегда, мы гарантируем возврат полной стоимости тренинга в течение 7 дней после оплаты. Если тренинг почему-то вам не подошел или не понравился, или вы просто передумали его покупать. Школа – это система, и от вас в этой системе требуется желание и способность взять эту систему и, главное, внедрить ее в свою жизнь. Если вы принимаете решение сейчас и сразу начинаете работать, то уже через несколько дней вы почувствуете облегчение болей и повышенную подвижность во всем теле. Именно поэтому мы вам даем 100% гарантию, что вы можете в течение 7 дней отказаться от курса, если он по каким-то вам причинам не устроил, и вам возвращается полная сумма оплаты. Важно, чтобы вы подошли до конца и получили результат, потому что школа здоровья – это не просто серия лекций. Здесь упор сделан на практику применения полученных знаний в вашей жизни. Итак, напоминаю, стоимость со скидкой 30% комплекта «Здоровое сердце» плюс «Здоровые почки» плюс «Гипертония» — это курс «Здоровое сердце и сосуды» 12 уроков, мини-курс «Здоровые почки» 3 урока и мини-курс «Гипертония» 8 уроков. Всего будет со скидкой 30% 5082 рубля. Вот то, что я хотел вам сегодня рассказать. Ну и, как обычно, продолжаю отвечать на ваши вопросы. Стоит ли делать хиджаму на голову от высокого давления? Ну, вы хиджамой не убираете причину. Вы уберете как бы разово, вы можете снять давление. Да? Но по-хорошему надо все равно убирать причину. Можно ли растяжки делать один раз в день постоянно? Этого мало, Юль. Толку от этого очень будет мало. Раз 10 желательно. Как вы относитесь к коронарографии сосудов сердца? Стоит ли соглашаться на обследование? Я думаю, в общем, достаточно как бы не такая процедура пустая. Почему? Потому что если есть проблемы, проблемы связаны либо с сосудами, либо с спазмом. Да? Соответственно, спазм я сказал, как выбирать. А сосуды, то есть отложение холестериновых бляшек, вызываются стрессами. Да? То есть либо надо убирать, то есть не нервничать, либо убирать последствия стресса с помощью физической нагрузки до пота, вот, либо то, что у вас уже отложилось, вы можете убрать с помощью упражнений для сосудов. Так называемая ортоклинстатическая гимнастика. Прекрасно убирает все холестериновые бляшки. Вопрос вместе с Лугуновой про отек правого глаза после сна. Неужели это от давления? А давление может лопнуть сосуд на глазу. Да, это может. Отек глазного яблока с давлением, с артериальным не связан. Там какие-то другие причины. Почему в бане падает и нижнее, и верхнее давление?
По той же самой причине, потому что идет нагревание. Нагревание расслабляет мышцы, соответственно, и сердечная мышца тоже расслабляется, поэтому и верхняя, и нижняя падает. Все правильно. Отекает правый глаз после сна. Что делать? Я уже сказал, здесь надо смотреть, разбираться индивидуально. Вот так, в общем, не могу сказать, надо искать причину. Ян – это напряжение мышц спины, а инь – это напряжение мышц передней поверхности тела. Доктор, жалко, что курсы ваши по времени только в 19. Нет, если вы покупаете курс, то вы его смотрите в любое удобное вам время. Это все не так. Подскажите, пожалуйста, как нормализовать пульс 43-44 удара постоянно? Брадикардия, как правило, говорит о хорошем состоянии сердечной мышцы. Ее и не надо убирать. А добра добра не ищут. В течение какого времени можно отказаться от таблеток, которые принимались много лет? Анна, здесь надо сначала убрать причину, то есть таблетками вы причину не убираете. Вы бьете по хвостам, убираете следствие, то есть понижаете давление временно. Вот. Соответственно, сначала уберите причину, после этого реально, ну, где-то в течение месяца вы можете отказаться от таблеток, только постепенно снижая дозировку, не сразу, не резко. Доктор, можно ежедневно использовать пакет, чтобы держать давление и исключить таблетки? Можно, конечно, конечно можно. Но только помните, что пакетом вы преимущественно воздействуете на нижнее давление, не на верхнее. Верхнее – это сила сокращения сердечной мышцы. Поэтому здесь вот как бы верхнее давление вы пакетом не уберете. Поэтому смотрите, что вы делаете. При разогреве в бане верхнее давление не повышается? Нет, не повышается, понижается наоборот. Как помочь себе при болезни Рейно? Болезнь Рейно – это опять-таки две вещи. Первое – энергетические дисбалансы. Второе, естественно, как следствие энергетического дисбаланса – вегетативный дисбаланс. Поэтому надо, если есть возможность, приходите протестировать, в чем, какие там каналы, или меридианы, или еще что-то, в чем проблема, и, соответственно, ее убрать. То есть обычно это лечится очень неплохо, кстати. Как исправить хигм? Я не знаю, что такое хигм. ГМ, видимо, головного мозга, а что такое ХИ, не знаю. Поэтому, соответственно, не могу ответить на ваш вопрос. Как объясните повышение давления во время менопаузы? Элементарно просто, потому что у нас во время паузы меняется гормональный фон. А гормональный фон оказывает прямое давление на тонус наших сосудов. Пульс утром 82 – это норма. Врач выписал Конкор. Мне 67 лет. До 45 лет пульс был 72 максимально. Давление до 50 было 90-70. Сейчас 120-80. Тогда 139-80. Это гипертония. Нет, это не гипертония. Это какое-то компенсаторное повышение давления в ответ на нарушение кровоснабжения чего-то. Вот если с головного мозга, то очень не сильная недостаточность. Поможет ли зеленая водичка сердцу? Можно ее пить не сразу стакан, а за три раза? Ну, можно, да, конечно, можно. Конечно, не только сердцу, всем нужна. При гипертонии можно ходить в парилку. От холестериновых бляшек вы можете избавиться с помощью упражнения для сосудов. У меня называется, или так и называется, упражнение для сосудов, или по-другому ортоклинстатическая гимнастика. Как только мерзнут ноги, так сразу резко повышается, поднимается давление. Почему? Разия, вы не услышали то, о чем я говорил. Потому что холод
вызывает мышечное напряжение, соответственно, и давление, потому что это женская энергия, которая вызывает спазм у сосудов, напряжение сосудов, повышение тонуса сосудистой стенки. Поэтому, естественно, давление сразу повышается. Почти убрал давление, прекратил пить таблетки, но через какое-то время опять появляется давление без видимых причин. Значит, вы не убрали причину, то есть работаете с убиранием причин. Или, может быть, убрали на то время, а потом перестали убирать, и она опять снова появилась. Содовые носочки могут ликвидировать грибки на ногтях, ног. Содовые носочки могут только помочь в этой проблеме. Я уже говорил, что если грибки на ногтях только на больших пальцах, то это проблема меридианов, соответственно. А если на всех пальцах, то это показатель отечности стоп. То есть в первую очередь надо избавиться от отечности. Тогда потом после этого можно и ликвидировать грибки. А пока вы не уберете отечность, грибки так и будут опять возникать. До ковида давление повышалось, после стало низким. Теперь 100-110 на 70. Надо ли повышать? Может быть, повышать не надо, если вы себя при этом хорошо чувствуете. Но это и есть как раз вот то, о чем я говорил, что ковид повреждает сосуды, нарушает кровоснабжение. Да? И у вас, видимо, это вызвало декомпенсацию этих проблем. В любом случае, надо работать с мышцами шеи. Когда порежу палец, то кровь почти не идет. Опасно ли это для здоровья? Что с этим делать? Нет, это не опасно, это нормально. Повторите, пожалуйста, что убирает холестериновые бляшки? Что делать? Третий раз повторяю. Делать упражнения для сосудов. Или по-другому называется ортоклиностатическая гимнастика. Можно ли избавиться от кальцинатов дуги аорты? Можно с помощью упражнения для сосудов и расслабления с помощью висцерального массажа брюшной аорты, потому что она тоже имеет к этому отношение. Как вы относитесь к постановке пиявок от давления? К пиявкам я отношусь неплохо, но только надо понимать, что от того, что вы поставите пиявки, причину повышения давления вы не уберете. Как вы относитесь к приему препарата предуктал, панангин? Помогают ли они работе сердца? Панангин содержит калий. Если у вас недостаток калия, тогда он поможет работе сердца. А если у вас нет недостатка калия, то и панангин пить тоже смысла нет. Голова никогда не болит. Давление доходит до 240, но я ничего не чувствую, продолжаю чем-то заниматься. С почками все хорошо. Нет, моя хорошая, с почками нехорошо. Если давление доходит до 240, значит, вам надо обратиться к висцеральщику, чтобы он расслабил ваши почки. У меня 2 месяца не повышается давление. До этого таблетки, снижающие давление. Теперь понимаю, почему. Можно ли вернуть силу, прежнюю силу сердцу упражнениями? Да, конечно, можно. Я говорю, надо тренировать мышцы сердца и все. Почему отекают кончики пальцев с рук? Связано ли это с проблемами сердца? Нет, это связано не с проблемами сердца, это связано с напряжением вот этих боковых мышц шеи, лестничных мышц. Их надо расслаблять. Если делать статические растяжки несколько раз в день и не один месяц, то давление вообще будет нормальным? Или надо часто делать растяжки шеи? Как определить, когда надо уже делать растяжки? Если вы чувствуете, что они у вас напряжены, если у вас появился шум в ушах, если у вас повышается давление, то однозначно вам пора расслаблять свои напряженные мышцы шеи, без вариантов. Как правило, уже всем практически людям это надо делать после 50. Нижняя стабильно около 80, верхняя 160-180, пульс 60-70. Как снизить верхнее, оставив нижнее? Ну, я уже говорил, верхнее давление зависит от напряжения мышц шеи. Надо их расслабить. Так, про грибки я уже сказал. Ага, здесь уже было все. Uh,
Сосуды, чем можно почистить, читал у многих специалистов, что это вообще невозможно. Вот холестериновые бляшки, я уже миллион раз сказал, и сегодня уже 4 раза сказал, убираются с помощью упражнения для сосудов. У меня называется, можете посмотреть. Вот, или по-другому ортоклинестетическая гимнастика. Так, почему при холодных ногах повышается давление, я уже ответил. Это все было. У меня кардиомиопатия. Как можно помочь сердцу? Физическими упражнениями восстанавливать мышцу сердца. Как убрать головокружение? Головокружение есть следствие недостаточности притока крови к головному мозгу. Соответственно, надо восстановить этот приток с помощью расслабления мышц шеи. Надо ли постоянно принимать блокатор кальция? Нет. Пароксизмальная тахикардия причиной является тоже опять напряжение вот этих боковых мышц шеи. Надо их расслабить. Ходьба влияет на сердце, на давление? Конечно, влияет. Пью антиаритмические ТТД уже лет 10. Врач сказал пить всю жизнь. Можно отказаться? Можно, я же уже, вот, мы про аритмию тоже говорили как-то, у нас тоже, посмотрите, есть ролик про аритмию, все можно. Как почистить сосуды, чтобы не повышалось давление? 6-й раз говорю, надо делать упражнения для сосудов, или по-другому оно называется ортоклинестетическая гимнастика. Ладно, друзья мои. Так, все, вроде основное все ответил. Я благодарю вас за участие в нашем сегодняшнем вебинаре. Если на чьи-то вопросы не ответил, пожалуйста, вы можете написать мне на электронную почту. Я на все письма на электронную почту отвечаю. Благодарю вас еще раз. Всего вам доброго. Надеюсь, что я донес до вас некоторые знания по артериальному давлению. И надеюсь, что они вам помогут. Всего вам доброго, будьте здоровы. До встречи в следующую среду. Пока-пока.